вышли с Лорочкой на улицу. Говорил, что у нас нет голубей, вот у нас голуби, сколько их много, и они собираются вокруг этого замечательного мужчины. Вообще у нас в городе очень много голубей. Мои любимые дубы. Представляете, какой дуб старый? А в парке Шевченко жизнь кипит, бурлит, и все просто так, как и было раньше. Так вот идешь, и умиротворение и покой. Спокойно. Хорошо. Надо с Амираном пойти погулять. То мы сейчас с Норой идем. Надо взять с собой Амиранчика. Пройтись погулять. Смотрите, какие цветы красивые. У нас коммунальщики. Вот это люди, которым нужно поставить памятник прямо сейчас. Это коммунальщикам Харькова. Нигде в Украине больше нет таких людей, как у нас, которые под обстрелами готовы ремонтировать поломанные коммуникации, высаживать цветы. Это люди-герои, единственные в своем роде. Я уверена, что так и будет. Им поставят памятник. Это еще один старинный дуб 1775 года. Кто это такая идет к нам? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Красотка. Ты красотка? Ты не подойдешь. Папулька, кисулька. Ты дашь себя погладить? Нет, ты злючка. Злючка. Тебя трогать нельзя? Все, нельзя. Нельзя. Что ты тогда ну делаешь? Ладно.